А завтра у нас первый урок любви. Чего? Будем учиться варить приворотное зелье. А еще я вам расскажу грустную историю, которая случилась со мной в 10 классе в школе. Мяу, кто тоже хочет уже каникулы, ставь лайк и не забудь подписаться. Я так мечтаю про 2 миллиона подписчиков на Новый год. Это будет лучший подарок. Мур. Мы что, в гаче? Солнышки, всем привет! У нас сегодня новая школа в гаче онлайн Роблоксе. Так, ну что, Балди, ты... Добро пожаловать в мою новую школу! У нас завтра начинается первый школьный день! Все, короче, тут потусим, посмотрим, какие тут лавки, где тут какие мусорники, туалеты и кусты. Короче, друзья, это прикольная вообще в Роблоксе игра «Гача онлайн». Мы здесь создали такие ники, прикольные они, смотрите. Ну какой-то маленький аватар у меня, смотрите, какой-то. Да, ну мне нравится аватарка. Я в шоке за своего аватара. Марина, что ты на полу села? Ну вставай. Короче, идемте праздновать, что завтра у нас первый школьный день в «Гача школе». Давайте. Ура, похавать. Короче, Балди притащил нас в кафе. Балди, что тебе 16 лет? Ты чего такой? Ты вот точно учитель? А, надо поменять сейчас, а как? Так, вот, нам всем походу по 16. Балди, ты, наверное, поменяй еще и пол, а тут и девочка, по-моему, была. Ну, не, давай. Я была мальчик. Была мальчик? Да, стопудово, малек. Короче, Балди уже 20 сделал. Ну ладно, ты у нас такой учитель, да, которому 20. Да, все, сейчас будем вас учить после того, как, конечно, покушаем. Кто на голодный желудок учит? А завтра у нас первый урок любви. Чего? Будем учиться варить приворотное зелье. Ну ладно, скорее, а то мы в первый день еще опоздаем на урок. Пора, все, звонок, цинь-цинь. Все, быстрее. Заходим в класс. Начинается первый урок, угадайте какой? Математика. Что? Почему сразу математика? Ладно, биология, шучу, математика, конечно. Короче, у нас даже алгебра, я бы подумала, что мы уже в высшей школе. Ребята, гляньте, у нас какие классные в школе парты. Стульчики. Короче, я могу сидеть только так, Балди, смотри. А что вам все под парты залезли? А что Валерий на столе сидит? Потому что мне это нравится. Учитель. А ну слезли быстро с учительского стола, сейчас всем тряпкой по мордасам дам. Балди, они сидят на партах, почему они сидят? Не заставлю по 100 баксов на мел сдавать, и на штуру в классе. Че это у тебя такое, Балди, дорогой класс? Всем родителям по вайберу отправлю сообщение, что по 500 баксов на шторы надо принести срочно. Солнце палит прямо в класс. Балди, ну короче, вы, ребята, тоже сдаете на шторы в своей школе. Так, Балди. Малина, ты будешь на стуле ногами стоять и на попе сидеть, будешь еще и на стул вставать. Короче, уже Балди первый пример задает. Валерий, ты узнаешь так, ответ. Так, срочно решаем, кто знает ответ, выходи. К доске идет Малина. Ну что, Балди, давай готовить твое приворотное зелье любви. Приворотное зелье, как полюбить математику. Чего? Балди, мы так не договаривались. Малина, давай мне ответ быстро. Я потом всех вызову и все в журнал напишу. Я не помню даже, что ты задал. Так, ладно, я иду к доске. Хорошо, Балди. Я тебя в медпункт отправлю склероз учить. Блин, а что за пример? Какой был пример? А, так, по-моему, было 912, да, ответ? Я сам уже ничего не помню. Короче, ты мне же двойку поставишь, за что? Конечно, тебе 2 поставлю, потому что ты меня не слушаешь. Вообще меня никто не слушает. Я вам пример, что просто так тут пишу. А, так, все, я увидела. Хорошо, Балди, не переживай. Сейчас я за 5 заработаю. Калькулятор из трусов не доставать. Да, так, да, 912 вроде бы. Девочка, не ходи по столу, мне грязными ногами хвостом там виляешь. Короче, жесть, Балди, ну правильно, 912 ответ. Блин, молодец, правильно. Ура! Я не провалила первый школьный день. Ладно, садись, 2 с плюсом. Чего это 2, Балди? Ну ты же правильно решила, с плюсом. Ну все, давайте там, так, все, Балди. Ладно, садись, 5, шутю. Фух, не ломай мне там, сейчас пол поломаешь, не скачи, уходи. Уходи, ты большая сильно. Балди, тебе не кажется, что у нас тут какой-то кабинет, непонятно, какого-то китайского языка? Мне кажется, что у меня глаза круглые, потому что у нас дети класс покидают, смотри, уходят все. Звонка еще не было, звонок перемена! Для учителя, звонок для учителя. Перемена! Короче, Балди, не знаю, у нас перемена. И вообще у нас уже урок физкультуры следующий. Надо идти искать, где следующий урок. Кто знает? Физра, физра, пойдем. Ну как, где? В спортзале математики. Что? А что математики? Слушайте, Валерия, тебе не кажется, что у нас с тобой лянь как цвет похож? Мы не договариваясь, Валерия оделись в этот в такой сиреневый фиолетовый цвет. Но на самом деле это мой любимый цвет, Валерий. Так вы что, глаза на одинаковые надели? Так, а это куда дверь? А, нет, это не в тот кабинет. Правильно, это не в класс, заходите. Нет, а тут и закрыт кабинет. Ладно, Балди, идем скорее. А, это Марина, у нас учитель по физике сегодня в отпуске. Вау!
Ух ты, слушайте, у нас реально... У нас разные глаза, Малина. Ну, потому что у меня они должны быть зеленые, но они какие-то голубые. Так, занимаемся физрой. Аня, у нас там Сэма сейчас будет концерт устраивать. Итак, кто умеет петь? Предлагаю урок пения, Балди. Я что? Умею петь лучше всех. Ла-ла-ла. Короче. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет, все, Балди пишет, спойте мне песенку. Девочка поет Дора-Дора-Супер-Дора. Подходит Балди такая песенка. Это про кого? Про Дашу Следопыта? Так, а я какую песню помню? Какую? Давай этого нашего... Давай, Little Big! Нет-нет-нет, давай я спою «Девочка с картинки». Это девочка с картинки. У нее, как там были, подпевай мне, пожалуйста. На трусах резинки. У нее в волосах резинки. В волосах ее резинки. Я в шоке с ваших песен. Давайте чили-чили, трали-вали. Что-то нормальное, модное там. Ох и песни. Балди, это классные модные песенки. А какие тебе песни надо петь? Ну какие там это? Тиль-тиль, трали-вали. Дважды два четыре, учат в школе. В лесу родилась елочка. Да, в лесу родилась елочка. Балди, ты серьезно? Подпевай. Зимой и летом стройная зеленая была. Короче, походу нам двойки по пению поставят. По пению, по танцам. Сердцеедка, сердцеедка. Балди, сердцеедка, подходит песня? Я таких песен в жизни не слышал никогда. Блянь, там девчонки тебе поют. Дважды два четыре, дважды два четыре. О, молодец, садись пять. Кто это был? А ну покажись. Вон, только у меня дефолт нейм. Все, короче. Все остальные скидываются мне на радио, чтоб я знал современные песни. Короче, походу школа какая-то у нас... Рисунка росла! Зимой или так странная это мотивает мне эта девочка. Все, всем родителям в Вайбере срочно сообщение. Скину сдать деньги Балди на радио. Капец, мы сегодня разоримся, Валерий. Если мы на радио сдаем деньги, потом на шторы. Конечно, и на мяч. Что мы физкультурой занимаемся? Без мяча по порталам ходим, песни поем. А что у нас тут в этой комнате? Я заболела, я умираю. Нас вызвали в медпункт, чтобы всем сделала прививка наша Валентина Сергеевна. Наш этот участковый педиатр, школьный терапевт. А Балди туалет, как обычно, ищет. Балди. Так а что, кто-нибудь видел туалет? Потому что я в школе что-то свои туалеты найти не могу. Вместо него, наверное, класс химии сделали. Балди, я заболела. Мне нужно... Нет, я умираю, спасайте, я рожаю! Валерий, кого ты рожаешь? Кого-нибудь, ну спасите меня! Так, все срочно откройте рот и скажите О, боже мой, слушайте, вы тут какой-то дурдом. Я сейчас всем померяю температуру и поставлю клизму. Я текаю с этой школы, надо срочно уходить. Балди. Ну куда ты не уйдешь, я все двери закрыл. Все, садимся писать контрольную. Я пойду в парк. Это катастрофа. Идите все. Мы играем с тобой в русскую рулетку. Короче, песни продолжают тебе петь. Все, Балди, я не знаю, как ты. Ладно, пойдемте праздновать. Короче, все, уроки закончены, то-то все. Пошлите куда-нибудь сходим, там вишни пособираем. Я пошла в кафе. Пойдемте отпразднуем первый школьный день. О, кафе! Вау, ничего себе, тут прикольненько. Блин, так у нас тут директор завучил. Смотрите, какое кафе открыли. Ой, там девочка с мальчиком сидит. Куда, кстати, они сидят? Они целуются. А нет, пошутила. Это директор завучил. Пошутила. Директор завучил целоваться не могут, потому что они два мужчины. Короче, идемте, тут наверняка вкусняшки какие-то. Пойдемте? Ура! Пойдемте, я уже язык со рта достал. Короче, сейчас поедим чем-нибудь вкусненького. Ой, я... Видите, какие у нас тут диваны? Прикольно, давайте садиться, смотрите. Все, я занимаю места. Я возле Леры хотел, Малина, что ты мое место занимаешь? А что, девочка у нас зомби зеленая. Она, наверное, уже поела в этом кафе. Ой, я что-то боюсь теперь в нем кушать. Балди, ты, короче, идем, смотри, сколько вкусняшек. Я пошел заказывать. Так, мне, пожалуйста, вот этих пирожных, вот этих 17, 8 тортов мне, пожалуйста. А, я хочу вот этот тортик и вот эту пироженка. А еще можно мне 15 пончиков? Да, где там наша кулинар? Где там наша эта? Не знаю. Альбина Сергеевна, где наша, которая пирожные пончики делает? Здравствуйте, я приду, сейчас вам сделаю пончик. Мы пришли поесть, чего ничего нету, чем мне кормить моих учеников? Слушайте, это зеленая девочка Степа, которая нам даст эти пироженки. Точно нельзя есть. Степа, наверняка это тут зеленая уже. Все. А после туалета. Короче, это вообще мальчик, походу, Степа. Это наш Степа с Дискорда. Пойдемте отсюда, вы наверняка все отравлено. Он уже сильно зеленый. Солнышки, подписывайтесь на наш канал. Кто еще не подписан, нажимай красную кнопочку, делай ее серой. А также, солнышки, не забывайте, вы у нас самые лучшие. Очень любим. О, кстати, колокольчик там нажимайте. Всем пока-пока.